Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить дополнение к Dead Space 2 под названием Sewered, то есть расчлененные или разделенные скорее, если исходить из смысла сюжета, потому что наш герой пытается найти свою жену Лексин, ну то есть это пара Гейб Веллер и Лексин Мёрдок, известный нам еще с Экстракшена, то есть с приквела к первому Dead Space. Убежали они оттуда, но в результате нашли приключений уже на Мегалополисе. Насколько глупое название, я, конечно, не понимаю, зачем они так перевели Спроу. Но перевели и перевели. Так, здесь уже Айзек прошел, как вы видите, да? Айзек уже тут набедокурил. Это и хорошо, то есть то, что события развиваются параллельно с оригинальной игрой. Пока что могу сказать, что на PlayStation 3 игра по вот Тихо. Ну что ж такое? По моим впечатлениям, на PlayStation 3 игра гораздо темнее. Спокойно. Блин, не самое эффективное оружие против... Тихо. Тихо. Это то, что я... Это он. Это он. Ну, конечно же. Блин. Самая страшная тварь. Блин. У нас определенного рода проблемы. Ой, вот, ну... Так, блин, там еще дети бегут, что ли? Как все не кстати, а? Так, с вами-то ладно. Что же мне с тобой делать-то? Что-то у меня совсем стазис слабенький. Тихо-тихо-тихо, без нервов, дорогой. Блин, я тебя вообще не вижу. Ой-ой-ой-ой. Ненавижу этих гадов, ненавижу. Тихо, ты что творишь-то? Так, сейчас, давай выходи. По-моему, ему достаточно сильно понравилось, да? Why? Why? Why, Вася? Блин, ну это напоминает хоровод. Тактика битвы с ним вообще примитивная, но... Что ж поделать? Давай, повернись. Все, готов, похоже, да? Фу, ну ладно. Скотина. Неприветливо нас встретили в местном госпитале. И ничего, нам не привыкать. Так, куда нам идти? По ощущениям, мы сейчас пойдем именно туда, откуда Айзек убегал. Ну да. Именно туда, через все эти темные-темные больничные коридоры. Сразу хочу сказать, игра уже совершенно не воспринимается как хоррор, а как не воспринимается и третья часть. Это чистый экшен идет. Ой, блин. А, ну да, здесь же Айзек разнесся. Тихо. Это кто это понаставил тут? Да, блин. Извини, дружок, такова твоя судьба. Блин, дружок, ты где? Прости, я должен воспользоваться твоими услугами. Еще раз, а у него рожа довольная вроде, да? Так, ладно. Да, блин.
Учитывая сложность этой модификации, наверняка сзади еще трое. Так, ну вроде нет, кстати говоря. Ладно, валим. Так, отлично. Тихо. Что-то за углом есть. Gabe, there's someone else in here. Some strange man dressed in white. It looks like they're hunting for something. Have they seen you? Not yet. Good. Stay hidden. Don't let anyone see you. Okay. I love you. Please hurry. Это еще что за люди в белом? Не нетологи или часом? Так, ну что нам нужно? У нас есть куча вообще аптечек, просто куча. Хоть продавай их прям. Но продавать мы их не будем. Так, силовой блок продать. А в остальном все меня в принципе устраивает. Надо почаще огнеметом пользоваться. Но он неэффективный в принципе в бою, поэтому лучше не надо все-таки. Не-не-не. Так, ну и силовые узлы. Все, отлично. 5 силовых узлов. А теперь нужно будет качнуть еще маленько. X. Че ж тут за звуки-то были такие? Ладно. X качнуть или импульсную винтовку, как думаете? Здесь просто очень много молока сейчас идет. Но чтобы на это здоровье получить, нам нужно 4 использовать. То есть все, что у нас сейчас есть. Я думаю, лучше мы сюда ударимся. Вобьем. Вот так вот. Хорошо. Фу, думаю, будет нормально. Будем надеяться, по крайней мере. Так, прибавим здоровье. И погнали. Хорошо. Самое главное, что мы выбрались из шахтерского городка, потому что там было слишком темно. Хотел сказать, здесь лучше. Ну да. Лучше. Вот здесь же Айзека понесло, и он выстрелил сюда. Да, было такое дело. Короче, по ощущениям, Айзек тут прошел минут 15 назад. Идет. Ну-ка, не трогай его. Да что ж ты... Твою мать. Да в него стреляй. Я уже думал, сквозь шарики-то будут патроны полетать. Подожди, я просто задеваю за... Ну да, понятно. Давай, дружок. Come to папа. Так, больше мне тут делать нечего, я так понимаю. Все, пойдем охотиться. Ну? Не ты первый. Блин, какой... Вот это вот посвящение, оно только хуже делает. Ж офигеть. Конечно, зря я столько патронов на снайперку потратил. Так, подожди. Зачем тебя ломать? Ну, кто же знал, что он так будет застревать.
Так, по ощущениям, там есть силовой узел, но наверняка один вот из этих притворяется. Скажем, не ты. Не ты. Ты, возможно. А нет, это типа... Айзек всех поубивал, что ли? Ну... Ладно. Двигаем. С тобой как... Ага, понятно. Понятно все, дорогой. Сейчас мы тебе зарядим. Кстати говоря, на огнемете у нас дополнительный какой? Не швырнуть ли случаем зажигательную гранату? Давайте-ка попробуем. Так, дружок. Ты у нас и так жареный, похоже, да? Ладно, хорошо. Все вполне неплохо прошло. Блин, как же бьет по глазам это освещение. В целом огнемет что-то прям хорошо себя показал так. Ну, опять же, против разных типов врагов, а против тех же цыплят он не сильно поможет. Там скорее на скорость нужно. Фух, ну ладно. Calling your wife over an open civilian channel. Now I have a fix on her. Thanks for the heads up, sweet cheeks. I won't do that again. Да, это и правда было глупо. Я слышу опять эти прыщики, хныкающие. Это же морг. Но когда это все успело тут появиться? Я что-то совсем не хочу сюда идти. Да блин, она вообще тут не ставится, похоже. Ой, блин. Как-то это в прямом смысле дурно пахнет. Ну да. Тихо, тихо, тихо. Я не могу сказать, это хорошо или плохо было. Мне повезло, конечно, что они все в ряд встали. И в этот момент у меня винтовка в руках была. Но, блин, патронов ушло, конечно. Так, ну ладно. Вроде пока что получается все, да? Валим. Тихо. Где он? Я его в упор не вижу. Так, ладно. Сейчас по-шустрому надо будет пробежать, потому что я его не вижу. Сейчас нарвусь, а то... А, я бежать тут не могу. А, вот ты где. Понятно. Какая гадость. Какая гадость это ваша заливная рыба.
escaped, they've almost found me. They're looking for me. Lexi, it's not safe to use this channel. Vic is tracking you with it. Who's looking for you? Other soldiers? No, the men in white. I don't know, they're different. Thanks for the call, Lex. I'll be there soon. Вот козёл. You'll be fucking dead! Hold on, honey. I'm almost there. Это на самом деле тролль 80 уровня, этого напарника. Так, а компьютер нас узнает, да? В отличие от Айзека. Там нам обманную систему приходилось. Ах, так, сяду поудобнее. Это что? А, ну понятно. Вы заметили, да, то, что у Айзека свои методы, а у Веллера свои. То есть у того тупо вот такие вещи не появлялись, потому что он был не членом службы охраны колонии. Вот такое вот разнообразие и внимание к деталям, оно... Ну блин, а... Ненавижу. Ненавижу детей. В какой игре еще это можно сказать, да? Ой, блин. Так, ладно. Что-то, по-моему, сейчас будет страшное мясо. Ненавижу. Помню это место. Ой. Валим. Давай. Патронов-то хватит, нет, на вас? Вроде спокойно. Блин, башка лежит. Какая жесть. Ну, темновато, конечно. Не знаю, поначалу мне казалось, что, собственно, в игре темно, но теперь мы идем по тем же локациям, которые были в PC-версии, там было гораздо светлее. Здесь просто темень несусветная какая-то. Учитывая, что еще YouTube затемнит все это, вообще, наверное, нифига не будет видно. Но это уже издержки PS3-версии. Так, там у нас, по-моему, что-то было. Ладно, самое главное, что справились, да? Беглец от правосудия комитета. Считается психиатрически неуравновешенным. Опасным не приближаться, немедленно доложить о местонахождении. Айзек Кларк, ну он строс, понятно. Это, в принципе, по-моему, в оригинальной игре было. Надеюсь, без сюрпризов теперь выйдем отсюда. Во как значит, да? Ладно. То есть он... По пятам за ним прям идем. Напарничек. О, понаставил. Ну, блин, ненавижу.
когда я сказал, что... Что дальше мы пойдем без приключений? Я сам в это не верил. Как и вы тоже, наверное. И был прав. Так, хорошо. А тут у нас может быть еще один силовой узел, насколько я понимаю. Ну? А, ну да. Отлично. Знаю я уже прикол этой игры. Так, обе разрядило. Хорошо. Это нам на руку. Блин, идем точно тем же путем, которым проходил Айз Кларк. Это, конечно, с точки зрения бюджета понятно. То есть проще по тем же локациям провести еще раз игрока, чем новые создавать. Ну, в целом, неплохо. Что-то там такое. А, там завал, понятно. Притворюха? Нет. А ты? А ты вот да. Сейчас подарочек зашлем. Но оно тратит, конечно, офигеть сколько. Сотку считай сразу, да? Запасов топлива. Ладно. Блин, как же темно, это какой-то кошмар просто. Ладно, блин. Привязалось ко мне это слово. Ладно. Ненавижу госпитали. Почему во всех играх, которые хоть сколько-нибудь страшные, должны быть госпитали? Что за штампы? В этом месте я помню, я тут первый раз вздрогнул в этой игре. Когда начали подскакивать. Так, Вик, ты, по-моему, нарвался. Я ж не говорю про то, что он хочет нашей жене навредить. Но так по-свински себя вести. Так. Ну ладно, нормально. Ой, ой. Райте. Минус одна. Вторая, по-моему, там тоже скукошилась, да? А, да, обе. Ненавижу. Эти твари не самые сложные, но они, по-моему, самые противные в этой игре. Это же какая пакость это. Ох, просто. Как там говорит? Як. Салочки на убывание. Ну ладно, призыв хорошо. Так, у нас, по-моему... Переизбыток аптечек опять. Со сложностью в первой части были странности. То есть было то очень легко, то очень сложно. А сейчас вот прям тихо. А сейчас прям стало очень легко. Вижу. Вижу тебя, скотина. О! О, блин! О! Блин, ну что такое? Я ведь знал, что он у меня за спиной, но как его увидел, меня просто... Ух, так, ладно.
Ладно. Хорошо. Что-то я в этом дополнении мало минами пользуюсь. А мины здесь... просто спасение. Да что ж такое с вами? Ну хоть так, хоть в качестве гранатомета. Фу, ненавижу. Не знаю, почему тут по ощущениям это все воспринимается скорее не как Dead Space, а как по-моему, как-то даже, не знаю, ближе к Фиру, что-то такое. Не могу объяснить, но, короче говоря, атмосфера совершенно другая. Зайзек как-то уже привычно. Но очень круто, тут, я надеюсь, со мной все согласятся. Так, нам туда похоже, да? Там у нас магазин. Ладно. Ладно. Блин, а что мне в магазине-то нужно? Аптечек полно под патроны, если так. Ведь уже не лезет. Так, ну хорошо. А, ну да, вот сейчас силовых узлов понакопим, да, винтовку свою улучшим по полной. Давай, до свидания. До свидания. Так, ты оставляем. Тебя до свидания. Тебя тоже. Для плазмокатора-то мне зачем, если у меня его вообще отродясь не было. Так, все, 31 штука. Теперь мы покупаем. Так, 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 вот так, отлично. В целом патронов не так много, но я думаю, нормально, хватит на первое время. Так, импульсная винтовка. Урон от альтернативного огня, я им редко пользуюсь, но метко пригодится. Так, объем. Зарядка. Здесь, похоже, нет комнат, которые открывались бы этим силовым узлом. Так что давайте на ущерб качаем. Все, силовая винтовка, по-моему, по полной прокачана. Да. Ой! Идите отсюда, твари, я ненавижу вас. До свидания. Где там некроморфы еще были? Где-то тут они были. Ну ладно, уже который раз я с этой тварью очень легко, именно благодаря минам разбираюсь. А, вон ты. Такой. Мы еще, говорит, с тобой поквитаемся. И ушел. Это злопамятный некроморф. Новая разновидность врага. Грозит кулаком издалека. Так, ну ладно. Давай, вылазь уже. А, ты тут не можешь, да? Так, это не притворюшка. Кстати, когда я первую проходил,
комментариях один подписчик написал, что, мол, зачем ты с трупами вот так вот, вот? Это неэтично. Блин, бывает. Бывают же люди, да? Офигеть. Ох. Так, я чувствую замануху, поэтому давайте-ка вот что так возьмем и пойдем себе. Да что? Опять вздрогнул. Ну, здесь именно вот так вот пугает. То есть, добрый день. Вот такие вот у него шутки. Давайте нафиг сохранимся. Что-то все достаточно интересно становится. В плане сложности, как я люблю. То есть и больно рвать жопу не приходится, но при этом и не прогулка по детсаду, как в первой части было. Хорошо. А это что такое? Этого тут не было, по-моему. А в первой части, помните? Ой, ну то есть Dead Space 2, когда сюда приходишь, раковина была переполнена, и вода лилась на пол. В смысле, это после того, как Айзек прошел сюда, сантехник приходил, что ли? Ну ладно. It's a me, Mario! Давай уже открывайся. Только не это место. Здесь Айзек получил свой резак. Притворюх вроде не видать, да? Ладно. Блин, это место, вот оно чем мне не нравится, тем, что здесь, если начнется нападение, практически в любой точке на тебя могут напасть с двух сторон. Ненавижу такие места. Так, ну что, внутрь будем заходить? Ай-яй-яй. Да спали ты. Соплюн улетел на свои соплюнские небеса. Судя по звукам, там еще кто-то есть. Я думаю, мы тут максимум что найдем. Это силовой узел еще один. И проблем на свою пупницу. Ну да. Ты живой еще, что ли? Гейб даже ругается по-другому. Так, патроны надо экономить. Что-то у нас по патронам расход большой идет. Это чем их кололи тут? Представьте просто, да? Офигеть. Такими иглами это... Не, нафиг даже думать не хочу. Ну, ладно. Сейчас, по-моему, атриум будет.
Я уже смутно помню это место. А, нет. Куда Вик-то подевался? Только что вроде рядом был. Я тебя найду, скотина. Кто там орёт? Что там происходило? Это опять та фигня, кто-то башкой стучится. Я ничего не вижу пока. Но это по звукам определенно та самая тема. Ладно, сейчас я подготовлюсь к бою. Он тут определенно будет. Так, все хорошо. Всегда вот ох. Где ты там? Блин, я чисто звуки эти незабываемые слышу, а... Да не видать его там нифига. Ладно. Короче, к сожалению, мы его, судя по всему, не увидим. Он где-то за кадром там башкой долбится. Жуть какая. Блин, как темно, а. Негры ночью копали уголь. Я даже просто не могу вперед бежать. Я не вижу, куда бежать. Я упираюсь в стенки. Тихо. Ага. Много чего. Ты один? И сразу дали топливо. Отлично. Достаточно спокойно тут прошли, да? Блин, да где что-то? Ну ладно. Нет, так нет. Это такая, я так понял, своего рода пасхалка. Привет из первой части. То есть тем, кто в теме. Так, ну и если я все понимаю, то мы подбираемся уже к развязке, потому что мы уже подходим к тому месту, где Айзек появлялся. Тут, я думаю, все и закончится. А, вот и ты. Это ты головой стучал? А, нет, ты рукой. Вон оно что. Я думаю, у вас тоже сомнений нет, что это все плохо закончится, да? Блин, то, что насквозь бьет, это плохо. Ох, ну хорошо, давайте выдвигаться. Они сейчас просто, считай, в молоко уйдут.
О, так... Ой-ой-ой. Первый. Давай, давай, давай. Да, блин. Скоты. Там, по-моему, еще кто-то шевелится. Нет, все хорошо. Свалат. Да, да что ж с вами не так, а? Постоянно вроде ощущаешь себя готовым, и как начинается такой геморрой, бляха-муха. Ну ничего, ладно. Костюм прокачали, жизни не так много тратится. Куда это мы идем? Мы не отсюда приходили. Lexine was part of the Oracle program, a lab rat. All they needed you for was to get her pregnant. What? But now you're just security risks. I'm sorry, Gabe. Фига поворот. Алексина, она не подвержена действию маркера, да? То есть обелиска. Насколько я понял. В первой части там Экхард. Что-то такая у него записка была к службе безопасности. Не скажу точно, конечно, но, по-моему, это так. Она в своем роде уникум. А Уэллер чисто зачать ребенка, значит, был нужен. А, блин, я подумал, это кровь. Ну, крови тут хватает тоже. Не подумайте. Давай, давай. Интересно, зацепит его, нет? Эти. Обожаю эту пушку. Так, ну в этих помещениях мы в Dead Space не были. Это что-то новенькое. Тут нужно быть вдвойне осторожным. Подожди. Это то, что я думаю. Да. Блин, это тот самый темный коридор. Так, куда это ведет? Интересно. И зачем это помещение, если нам сюда не нужно даже? То есть я понимаю, мы тут в первой части были, но... Да насрать. Хорошо. Так, и что это нам дало? Зачем мы вообще сюда идем? А, вон оно что. Так, сейчас, секунду.
Вот так. Вы поняли, да? Так. Мне нужно освободить место под две самых драгоценных вещи в этой игре. То есть, под большую аптечку и под пенга. Уже второй пенг, который мы нашли. Так, бросить. За последнее время. Снова пенг. Пенг всегда что-то прячет. Так, ну и все, я так понимаю. Угу. Видимо, так. Ну, теперь нам нужно будет отвечать, похоже. Да, блин, только не ты. А, ну он умер. Ладно. Фу, так. Я так и думал, что нас просто так не выпустят отсюда. Ну, пенг нашли. Уже хорошо. Патронов вообще нет. Это что там было такое? Так, ладно. Ты смотри, какой он боевитый, да? Это парень себе горло перерезал, как мы помним. Что ж, сиди, слава богу. Плохо, плохо. Да не так, ну. Блин, как сложно попадать. Да что ж такое? Все, Гатаулина у фамилия. Ладно, пока что враги успевают кусать, но при этом аптечек переизбыток, поэтому сложности особо нет. Так, а ты в обход пойдешь, нет? Кто бы ты там ни был. Ладно, не хочу проверять, пора валить. У! Блин, ну знал же, а. Да сдохни. Ой, вот я вздрогнул. Уф. Так, ладно, пойдем дальше. Думаю, не пойдет, наверное. И слышишь шаги прямо за спиной. Офигеть. Так, ну тут он только что пробежал. Вставать никто не желает. Там все по-прежнему. Кстати, кто-то объяснял по поводу того, что в игре все часы встали на 12:00. Кто-то где-то в комментариях писал, я как-то проглядел. Интересно, почему, блин?
Почему все игры пока... Ой, все часы показывают 12:00 в игре. Это обелиск на них так подействовал? Вот, 12:00. Только вы, наверное, не увидите. Но опять, как обычно. Так, пошел. Да, блин. Так, дружок, иди-ка сюда. Пришло время послужить на благо отчизне. Блин, ну что ж ты, поднимайся давай. Ну... Да что ж с тобой не так-то, а? Кто его обглодать ты так успел? Да блин, он застревает просто, я не знаю. Так, хорош, пошел. Нормально. Вот и то самое место. Откуда все пошло? Где? Так, Лексин. Опа. Какого? We cannot protect her with this many servants loose. Хрена себе, это кто такие были? Знаете, кого напомнили в первую очередь? Агента Смита из Матрицы, да? И как-то они... Чем они его убили? Офигеть. Так, ну теперь у нас новые проблемы. И теперь я понимаю, чем мы будем заниматься в третьей части. Кроме как убийства некроморфов. Какие-то непонятные товарищи. Что это было вообще такое? Тихо. Со спины, что ли? А! Ладно, хоть в последний момент услышал. Так, пролезу, нет? Если я сейчас подорвусь на собственной мине, это будет фейспалм. А, блин! Ладно, все еще живой. Пока что все хорошо. Я не понимаю, мы что, прям туда идем, в самое пекло? Там же вообще жопа, там эти камеры. Давайте. Вы куда?
Блядь. Да сколько вас там, ёлки-палки. Ну что ж вы убегаете-то, а? Проявляет зачатки ума? Когда тут стоял мир, не хотели сюда бежать? Или это тупо потому, что у них, так сказать, вейпоинты не прописаны в эту сторону? Скорее, второе. Ну, будем считать, что первое, верно? Так, здесь нас чуть не грохнули в самом начале. Что-то все интереснее и интереснее. Да кто это такие вообще были? Что это за люди в белом? Тут, я помню, сохраняшечка была в оригинале. Тихо. Что-то мне не нравится вот это. За дверью такие приятные звуки, что я, пожалуй, сохранюсь. Вообще здесь почаще надо сохраняться. Фу, так. Ощущение, что мы приближаемся уже к развязке. Ой, блин. А вон они. А некроморфы их не трогают, что ли? Гори, гори. Да, блин, ты-то тут откуда взялся? Давай быстрее. Самые ненавистные твари. Самые пакостные. Так, ну ладно. Вы заметили, мне показалось, или некроморфы их не трогали? Хотя, может, просто показалось, наверное. Да-да-да, я помню это место. Аптечка-то. Так, ну что, мне кажется, что это последний наш магазинчик. Поэтому давайте поднакопим патронов. Продаем пенга, как обычно. Или оставить его, просто чтобы был. Нет. А ладно, пусть будет. Убираем вот это. Убираем вот это. И на оставшиеся деньги покупаем патронов, во-первых. Побольше запасов. И пару силовых узлов. Я даже не знаю, на что их тратить. То есть у нас винтовка нормально прокачана, а в Иксе все равно мы, нам не хватит, чтобы прокачать там что-то хорошее. Так, ну да, попробуем. Воздух нам не нужен. Ну вот все три уйдут сейчас. В стазис давать, что ли? Длительность. Длительность. Вот так, а то что-то он совсем у нас коротенький. Так, и все, хорошо, погнали.
Не повезло. Я думал, блин. Ну да, все как обычно, не вовремя, короче говоря. Нет у меня мин в самый неподходящий момент. Ну вот, хоть что-то. Так, одна тут. Одна тут. Одна тут. Приготовились. Ты что, живая, что ли? Минус две курицы. Да, падает уже, ну. Да не то. Да не то. А? Да стой ты, тварь. Ладно. Вроде бы все закончилось, да? Опять аптечек куча дают. Лучше бы дали пару мин. Вот это бы меня... Ой-ой-ой. Так. Блин, ну теперь что-то наоборот. Много всего дают. Прям глаза разбегаются. Где? Готов, молодца. Куда его? А, вон туда. Где ты? Блин, вот сейчас эта сволочь одна будет мне... Давай, иди сюда. Готов? Слабак. Хорошо, вроде затихло все опять. Ну как же? Затихнет она. Зачем нам столько аптечек? Это же офигеть. Мины тоже уже, смотрю, не лезут. Всего в избытке. Так, ну ладно. Во, вот это я просто обязан взять с собой. Да, блин. Нормально, пойдет. Все, надо быстрее убираться отсюда. Что-то меня это помещение... Да вылезай ты уже, ну. Не очень радует. Ох, офигеть. А вот и наши ребята, да? Некроморфы их не трогают. Ну да.
Так, секундочку, ребята, секундочку. Ты посмотри, что творят. Какие тучные ребята, а? Это эти оба? Так, я так понимаю, сейчас что-то начнется. Откуда они могут переть? Переть они могут откуда угодно. Поэтому я просто понаставлю, скажем. Вот здесь пусть одна стоит. Здесь одна. Тут одна. По идее, вот это все пособирать можно, но зачем, если у нас и так этого в избытке? Тут одна. И вот тут одна. Хоть какая-то защита будет. Так, ну и что? Видимо, куда-то сюда. Вот отсюда обязательно попрут. Это я уже вам точно говорю. Сейчас спасем тебя, Алексей. Да какого хрена? Это граната, что ли? А! Ну офигеть! Офигеть. Так. А как их? Ой-ой-ой. Так, второй готов. Давай, давай, давай уж. Блин, ну давай, ну. Че, попасть не могу, все. Ой, о. Да. Офигеть. Для изучения еще. Алексей убежал завтра. Да, ну, ребята, да. Фух. Так, ну что, давайте тогда на этом закончим пока с прохождением Dead Space. Я могу сказать, что это было просто офигительное дополнение. Оно мне понравилось очень сильно. А, несмотря на то, что оно очень короткое, оно как-то ощущалось совершенно по-другому, кстати говоря, чем Dead Space 2, собственно. Но при этом узнаваемо это было именно Dead Space и при этом не Dead Space одновременно. Печально, конечно, под конец все так закончилось, но тем не менее это неплохая завязка именно для третьей части. Если у нас есть Лексин, за которой охотятся какие-то непонятные правительственные агенты ввиду того, что она, у нее какой-то ребенок. Короче, офигеть, блин. Как видите, это был довольно долгий такой путь у нас, начиная от Extraction, продолжая первым Dead Space, вторым и добили мы дополнением. Как вы, третью часть мы обязательно пройдем с вами. А на пока что все, надеюсь, вам понравился такой цикл прохождения по Dead Space, так же, как и мне, потому что я получил очень большое удовольствие от этого. С вами был Артур, всего хорошего, пока-пока-пока.